Здравствуй, Вика. Здравствуйте, Юрий Петрович. Ну, как тут у нас дела? Дела в порядке, только вас не хватает. Вы уже выписались? Не совсем. Я на дневном стационаре. Ой, если мой кардиолог узнает, что я вышел на работу, то наденет на меня смирительную рубашку и посадит под замок. А что же вы нарушаете его рекомендации? Вам нужно о здоровье думать. Я как раз о нем и думаю. И не хочу помереть от скуки. К тому же сегодня заседание наблюдательного совета, которое я не могу пропустить. Тимур Николаевич и Ирина Витальевна приехали? Да, и другие инвесторы тоже. Они сейчас в конференц-зале. Отлично. Значит, я вовремя. Да? Танюш, можно? Конечно. Я к тебе по делу. Ты как-то советовала мне ресторан хороший, рыбный. А я забыл, как он называется. Скажи, он еще хороший? Ну да, вроде ничего не изменилось. А вы что, все-таки решили пригласить Валентину Ивановну на романтический ужин? Конечно. А что тянуть? Или сегодня, или никогда. А я даже речь красивую приготовил. Вот только боюсь, что все слова перепутаю. Правда, я вот первый раз в жизни жалею, что не пью. А то накатил бы 100 грамм, а? Может, так и сделали. У вас все получится. Настоящие чувства не нуждаются в искусственной стимуляции. Здравствуйте. Здравствуйте. Я 2 месяца назад стала у вас на учет по беременности. К сожалению, за это время не смогла показаться врачу. Дети болели. Сегодня, наконец, выбралась. Вы хотите пройти плановый осмотр или вас что-то беспокоит? Да. Меня беспокоит то, что меня ничего не беспокоит. Думаю, доктор, который мне делал УЗИ, неправильно установил срок беременности. Я-то знаю, что он у меня намного больше. Странность в том, что токсикоза, как во время прошлых беременностей, нет. Хорошо, я сейчас узнаю, кто из врачей свободен. Подождите минутку. Спасибо. Пока я буду занята, поиграйте в детском уголке. Хорошо? Хорошо, мам. А ты спросишь у доктора, кто у тебя будет, мальчик или девочка? Спрошу и вам все расскажу. Алло? Да, Вика? Сомневается в сроке беременности? Ну, пусть подходит, я ее посмотрю. У меня как раз Арсений Петрович сидит. Да, давай. Ко мне сейчас придет пациентка, которая считает, что вы установили ей срок беременности гораздо меньше реального. Ее фамилия Кожевникова, может быть, помните? Кожевникова. Да уж, не самые приятные воспоминания. Вот, поздравляю вас. Вы беременны. Я в этом и не сомневалась. Мы с мужем планировали этого ребенка. И у меня уже срок точно больше 2 месяцев. Ошибаетесь. Вот судя по размеру плодного яйца, ваш срок не более 5 недель. Доктор, это вы ошибаетесь. Последние 2 месяца мой муж был в командировке за границей. Ну, при чем здесь это? Ну, как при чем? Вы что думаете, что я беременна от другого мужчины? Я только констатирую медицинский факт. Ну, поверьте моему многолетнему опыту, ну, разница между плодным яйцом в 5 и в 9 недель огромна. Перепутать невозможно. Вы что, выпиваете? У вас руки дрожат, как у последнего алкаша. Неудивительно, что срок установить нормально не можете. Вот ваше заключение. Спорить не вижу смысла. 5 недель? Да вы что, издеваетесь? Как я это мужу должна показывать? Спасибо, доктор, что поставили под угрозу всю мою семейную жизнь. Я в то утро очень нервничал. Из-за того, что не мог нормально поговорить с Валентиной Ивановной. Да, руки у меня дрожали. Но не настолько, чтобы обвинять меня в пьянстве. Танюш, я не очень хотел бы с ней встречаться. Я, пожалуй, пойду к себе. Хорошо. Арсений Петрович, вы забыли название ресторана. Совсем рассеянный стал. Вот прямо сейчас пойду и приглашу Валентину Ивановну на ужин. Удачи вам. Всем привет.
Это кровь Нины Климовой. Нужно сделать общую и биохимию. И сравнить с предыдущими показаниями. Результат лично мне. Хорошо. Роман Алексеевич, я недавно в клинике видела Юрия Петровича. Он был в хорошем настроении и сказал, что скоро у нас будет много работы. Может, наблюдательный совет собирается возобновить наши исследования? Да. Ребят, наберите терпение. Если мне что-то станет известно, я тут же вам сообщу. Оп, извините. Да. Мороженец привезли. И воду отошли. Хорошо, сейчас иду. Пока. Угу. А я знала, что справедливость победит. Даже несмотря на то, что Роман Алексеевич отказался использовать нашу информацию по поводу Чернова. Не рано ли вы празднуете победу? Все ведь ничего не известно. Вера, разве тебя это касается? Ты ведь по-прежнему работаешь с Евгением Борисовичем. Да. Я делом занимаюсь, а вы витаете в облаках. Мамочки, как больно! Держись, Леночка, держись. Сейчас тебе помогут. Добрый день. Какая неделя? 40-я. Вот наша обменная карта. Еще вчера жену ничего не беспокоило. В роддом мы собирались ехать через пару дней. Сегодня утром начали схватки. Доктор, она рожает, да? Рожает, похоже. 40-я неделя. Что же вы хотели? Давайте везем в родзал. Ну что, анализ у вас хороший. Прилежание ребенка головное, думаю, в родах проблем не будет. Скорее бы, уже сил нет терпеть. Костя, позвони папе. Скажи, что я рожаю. Хорошо, хорошо. Я обязательно позвоню. Вы не переживайте. Роман Алексеевич лучший. Все будет хорошо. А вы можете зайти в родзал. Вашей жене будет легче, если вы ее поддержите. Нет, нет, спасибо. Я лучше здесь подожду. Иван Иванович, здравствуйте, да. Я не приду на работу сегодня, у меня уважительная причина. Ваша дочь рожает. Да, мы как раз в клинике, которую нам недавно порекомендовали. Хорошо, я вас жду, да. Куда же она делась? Неужели омознался? Доктор, с моей беременностью все нормально? Почему вы молчите? Я знаю, что в заключении УЗИ ошибка, поэтому и пришла разобраться. Ваша матка не увеличена. Во всяком случае, она не соответствует размеру срока, указанному в заключении УЗИ. Но я же вам говорю, тот врач ошибся. Давайте мы пойдем к Арсению Петровичу и попросим его провести дополнительное обследование. Я к этому вашему Арсению Петровичу больше не пойду. Мне кажется, между вами произошло какое-то недоразумение. Арсений Петрович очень хороший специалист. И человек тоже хороший. И из-за этого вашего хорошего человека чуть с мужем не рассталась. Он до сих пор сомневается, что этот ребенок от него. И собирается провести ДНК-тест на отцовство. Ну, если у вас такой ревнивый муж, почему вы не сделали повторный УЗИ в другой клинике? Я собиралась, но дети болели один за другим. Не до того было. Понятно. Но в любом случае, мы должны провести сейчас повторное плановое УЗИ. А другого специалиста у нас нет. Хорошо, я согласна. Надеюсь, сегодня этот врач будет в форме, а не как в прошлый раз. Модифицированные по методу Широкова клетки донорской ткани воспринимаются организмом реципиента как родственные и не вызывают иммунного ответа. Таким образом, можно смело утверждать, что нам удалось без применения иммунодепрессивной терапии решить главную проблему трансплантологии – отторжение донорской матки. Юрий Петрович, вам не кажется, что заявлять о таком прорыве в науке без клинических испытаний, мягко говоря, самонадеянно? Ну, дело в том, что несмотря на прекращение финансирования нашего проекта, мы с доктором Широковым продолжили работу. И я лично провел операцию по пересадке донорской матки 35-летней женщине. И вы хотите сказать, что орган прижился? Да, мало того,
Пациентки провели экстракорпоральное оплодотворение, и она сейчас вынашивает беременность. Невероятно. А мы можем увидеться с героиней вашего эксперимента? К сожалению, нет. Пациентка хотела бы сохранить анонимность вплоть до родов. Как же мы можем убедиться в успехе операции? Я знаю. Я знаю, кто эта пациентка. Поэтому подтверждаю полностью слова Юрия Петровича. Результаты испытания более чем успешны. Наша клиника выйдет на мировой рынок в сфере репродуктологии, если мы, конечно, исправим ошибку и возобновим финансирование этого проекта. Предлагаю проголосовать за это решение. Тужься, милая. Мне уже нет никаких сил. Я не могу. Так, давайте. Да что за разговоры такие? Вон уже головка показалась. Еще немножко, и обнимите своего ребенка. Вот это молодчина. Вот это я понимаю. Молодец. Молодчина. Вот. Вот она наша красавица. Вот она наша голосистая девочка. Все. Выдыхайте. Займитесь ребенком, а мы родим послед. Состояние отличное. 8 баллов по шкале Абгар. Поздравляю. Доченька моя, родная. Сейчас посмотрим, как поживает ваш малыш. Надеюсь, он уже подрос. Да, Жень. Я немножко занята. Что-то случилось? Да, хорошо, сейчас подойду. Арсений Петрович, да? Я отойду ненадолго. Вы справитесь без меня? Да, конечно. Так, что там у нас? Доктор, что вы там увидели? Скажите, за время, прошедшее после последнего посещения нашей клиники, у вас кровотечения были? Нет, а почему вы спрашиваете? Да просто вы не беременны. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы опять пьяны? Я не ожидала, что в такой солидной клинике будут держать на работе за булдыгу. Это просто позор. Да, но я же видел плод. Слабость сильная, и пить хочется. Пока ты рожала, я тебе фруктов купил. Тропические. Ты таких еще не пробовал? Все самое лучшее для моей любимой жены. Сок забыл. Я мигом. Видишь, скоро у нас будет братик. А мне мама обещала сестричку. Дети, мы уходим. Мама, а тебе доктор сказал, кто у тебя будет? Мальчик или девочка? Нет, мы пойдем в другую клинику, к другому доктору, и он нам все расскажет. Папа, как-то...
ты нас нашла? А мне тетя администратор подсказала. А мама в другую больницу идет. Ну, мамочка, можете обнять свою доченьку и попробовать ее покормить. Она задыхается. Быстро отнеси ребенка неонатологам и зови Романа Алексеевича. Настя? Настя, подожди. Настя, я тебя узнала. Что ты здесь делаешь? Костя, постой. Я думал, ты от жены ни на шаг не отходишь. А ты бегаешь по клинике непонятно за кем. Да я для Алины ходил за соком. Иван Иванович, она в палате лежит. У нас девочка. Поздравляю вас с внучкой. Пошли быстрее к Алине. Это моя дочь. Что с ней случилось? Внезапно возникли проблемы с дыханием. Мы переводим ее в реанимацию, подключим к аппарату искусственной вентиляции легких и будем выяснить, что случилось. Доктор, прошу вас, спасите Алину. После смерти жены у меня на этом свете больше никого не осталось. Я сделаю все возможное. Пожалуйста. Максим, это не клиника, а какое-то недоразумение. В прошлый раз ты сказала, тебе попался пьяный врач. Что произошло сегодня? Максим, этот доктор, судя по всему, опять под градусом. Сначала он перепутал срок беременности, а теперь заявил, что я вообще не беременна. А может, ты испугалась ДНК-теста на отцовство? Избавилась от ребенка, а меня за нос водишь? Максим, зачем ты так? Я тебе правду говорю, УЗИст явно в неадеквате, а это гинеколог его покрывает. Значит, я выведу их на чистую воду. Или нам с тобой придется расстаться. Оценки, все симптомы анафилактического шока. А ей после родов никаких препаратов без моего ведома не давали? Нет, она ни на что не жаловалась. Может быть, околоплодные воды попали в кровоток и закупорили мелкие сосуды, вызвав таким образом легочную эмболию. Но это может быть очень опасно. А введите ей кортикостероиды, сделать нужное ЭКГ и коагулограмму. Хорошо, Роман Алексеевич. Да, еще. Кровь отнесите в лабораторию. Пусть сделают аллерготест. Может быть, ее состояние вызвано какой-то непереносимостью. А откуда ты узнала о решении совета? Случайно услышал в коридоре, как инвесторы поздравляли Юрия Петровича. Так что могу похоронить мечты о новой лаборатории. Ну, что за настроение, Жень? Почему ты так решил? Да потому что теперь все деньги опять идут на проект Широкова. Чем можешь его поздравить? Зачем ты так? Мне вовсе не безразлична твоя карьера. И мне очень жаль, что мы сейчас живем раздельно. Маша по тебе очень скучает. Правда. Я тоже очень скучаю по Машке. И по тебе. Слушай, может быть, как-нибудь поужинаем вместе, а? Или сходим куда-то на выходных. Вы что, стучаться не учили? У меня нет настроения на церемонии. Вы знаете, что творит ваш коллега? А что случилось? Ваш невменяемый УЗИст заявил, что я вообще не беременна. Хотя полтора месяца назад сам написал заключение о беременности. Пусть и напутал со сроком. Не понимаю, что значит не беременна? Он как-то вам это объяснил? Нет. А еще у него руки дрожали. Мне кажется, он снова пьян. Но муж мне не верит. Сейчас, подождите минуточку. Давайте пойдем к Арсению Петровичу и во всем разберемся. Жень, извини. Потом договорим. Елена Витальевна, вас можно поздравить. И с чем же? С новым фаворитом, доктором Широковым. Говорят, по вашей рекомендации совет восстановил финансирование его отдела. А Евгений Борисович остался за бортом. Неужели он не оправдал ваших надежд? Мы с мужем лаборатории Евгения Борисовича решили профинансировать из личных средств. Так что извините, Олег Иванович, каждый получил по заслугам.
И вы в том числе. Как ты мог оставить Алину одну? Я клянусь, когда я уходил, с ней все было хорошо. Я всего лишь хотел ей принести попить. А мне показалось, что ты бежал за какой-то другой девушкой. Я даже знаю, как ее зовут. Настя. Какая еще Настя? Прикидывайся дурачком. Ты что, не помнишь, как звали твою бывшую начальницу? Вы о Насте Шаховой? Так она же уже год как уволилась. Я даже не помню, как она выглядит. Зато я хорошо помню. Отличная была сотрудница. До сих пор жалею, что назначил тебя вместо нее руководить отделом. Мне не хватает опыта, но я стараюсь. Плохо стараешься. Скажи спасибо моей дочери, что ты мой зять. Иначе давно вылетел бы с работы. Я как раз сейчас занимаюсь вашим случаем. Скажите, у вас был аборт после рождения второго ребенка? Был, по медицинским показаниям. А какое это имеет отношение к моей проблеме? Просто я обнаружил в полости матки спайки, которые возникли, скорее всего, в результате хирургического вмешательства. Вы думаете, что это синдром Вашермана? Да, спайки препятствовали оттоку крови из матки во время критических дней, а вы приняли задержку за беременность. Я не понимаю. Вы же сами у меня установили беременность. Да. Я виноват. Я ведь не увидел сердцебиение эмбриона, и вы пришли ко мне во время критических дней, а я принял гематому в полости матки за плодное яйцо. Я очень виноват. Простите, пожалуйста, мою оплошность. Ничего себе оплошность! Да я из-за вас чуть женой не развелся! И что же мне теперь делать? Я что, больше не смогу иметь детей? Сможете. Я думаю, сможете. Раз уж все выяснилось, давайте обсудим план вашего лечения. Вы подождите меня, пожалуйста, в коридоре. Да. Хорошо. Арсений Петрович, у вас остался снимок с последнего УЗИ? Да, конечно. Сейчас его найду. Арсений Петрович, это что? Вы что, вы все-таки выпили для храбрости? Да нет, конечно. Но я же не пью на работе. Это случайно. Я использую для дезинфекции инструментов. Арсений Петрович, вы совершили врачебную ошибку и чуть не разрушили семью. Я вас очень люблю как человека. И я, конечно, жаловаться не буду. Но вы либо берите себя в руки, либо найдите другую работу, не связанную со здоровьем людей. Доктор, вы выяснили, что с Алиной? Пока нет. К счастью, подозрение на легочной эмболии не подтвердилось. Я назначил вашей дочери симптоматическое лечение. Ее состояние стабилизировалось, но оно по-прежнему тяжелое. И мы ждем результатов аллерготеста. Какая аллергия? Откуда? Вы что, во время родов пичкали Алину лекарствами? Нет, в этом не было необходимости. Роды проходили нормально. Я подумал, может быть, дома, когда начались схватки, она приняла какое-нибудь обезболивающее. Вряд ли. Алина во время беременности боялась пить таблетки. В последние месяцы я от витаминов отказалась. Я ела только овощи и фрукты. Доктор, Алину могли отравить? Отравить? Но это маловероятно. Я могу проверить ее кровь на токсины. Ты ведь не зря спросил про отравление. Ну, зятёк, рассказывай все, что знаешь. Ребята, нужно проверить кровь моей пациентки не только на аллергены, но на все возможные токсины. Она в тяжелом состоянии. Нужно сделать срочно. Сделаем, Роман Алексеевич. А вы ничего не хотите нам сказать? Совсем забыл. Нам дали зеленый свет. И инвесторы даже увеличили финансирование нашего проекта. Класс! Роман Алексеевич, можно я вас поцелую? Похоже, Вера, что ты прогадала. Зря ушла из команды Широкова. Разве не ты меня на это подбил? Сам, наверное, локти кусаешь от досады. Я из тебя всю душу вытрясу, отвечая, почему ты решил, что Алину отравили. Я действительно видел Настю. И она почему-то была здесь. Непонятно зачем.
могла отравить Алину, когда я выходил из палаты за соком. Что за бред? Зачем Насте травить Алину? Они ведь были подругами. Мы встречались с Настей раньше, еще до того, как познакомился с Алиной. Алина. Я была у папы и заодно решила посмотреть, где работает мой любимый. Или ты мне не рад? Да, конечно, рад. Но сюда в любой момент может войти Настя. Не войдет. Я встретилась с ней в коридоре, и она сказала, что уходит по своим делам. Так что можешь расслабиться. Мы тут одни. Вот это сюрприз. Извините, что помешала. Настя, ты видела, что она идет в кабинет и специально все подстроила? Да. И теперь ты свободен. А за карьеру не волнуйся, Настя слишком гордая, чтобы работать с тобой под одной крышей. А когда она уволится, я скажу отцу, чтобы он поставил тебя на ее место. Ты использовал мою дочь, чтобы занять место Насти? Ты еще большее ничтожество, чем я думал. Думайте, что хотите, но я люблю Алину. И чтобы вы в этом не сомневались, завтра же напишу заявление на увольнение. К сожалению, моей дочери это не поможет, если ее действительно отравили. Я понимаю ваше желание обратиться в другую клинику. Но если вы мне доверитесь, я могу помочь вам избавиться от синдрома Ашермана. И я смогу родить ребенка? Да. Для этого нам нужно будет разъединить спайки в вашей матке. Тогда ваш цикл восстановится, вы сможете забеременеть и родить. Значит, моей жене придется лечь на операцию? К сожалению, без хирургического вмешательства здесь не обойтись. Но мы будем использовать гистероскопический метод, при котором здоровые ткани практически не повреждаются. И операцию можно провести хоть завтра. Доктор, я согласна. Но я же могу сегодня поехать домой. Нужно детей отвезти и подготовиться. Конечно, можете. Я буду ждать вас завтра утром. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Арсений Петрович, я готова. Если честно, еле дождалась конца рабочего дня. Валентина Ивановна, мне очень неудобно, но я вынужден отменить наш поход в ресторан. Простите, у меня такое настроение, что я могу все испортить. У вас что-то случилось? Мне просто необходимо побыть одному. Прощайте. До свидания, Арсений Петрович. До завтра. Боюсь, что завтра вы уже не увидите меня в этой клинике. Жена до сих пор без сознания, а он ходит, улыбается. Совсем совесть потерял. Я сейчас был в отделении для новорожденных. И мне показали нашу малышку. Поэтому я и улыбаюсь. А Алина, она обязательно поправится, я в этом уверен. Доктор, как Алина? Давление, пульс стабилизируется, температура тоже в норме. Не готов пока аллергический тест. Так что можете поехать домой и отдохнуть. Доктор, а можно я останусь возле жены? Запретить вам находиться рядом с женой я не могу. Пожалуйста. Я сейчас поеду домой, а утром вернусь. А к вопросу о твоем увольнении мы еще вернемся.
Чего тебе, Брагин? Олег Иванович, я хочу вернуться в команду Широкова. Мне кажется, в отделении репродуктологии у меня нет никаких перспектив. Вот только сам я Широкову об этом сказать не решаюсь, а он меня назад не зовет. Вот и крысы побежали с корабля. И почему думаешь, что я должен тебе помочь в этом желании? Но ведь вас интересует информация о проекте Широкова. И о пациентке с донорской маткой. Интересует. Хорошо, я поговорю с кем надо, чтобы тебя перевели обратно к Широкову. Спасибо, Олег Иванович. Вы не переживайте. Операция несложная. К вечеру будете дома. Татьяна Михайловна, подождите. Татьяна Михайловна, вы не знаете, что произошло с Арсением Петровичем? Вчера утром он был в прекрасном настроении, а вечером дал понять, что увольняется из клиники. Я не могу сказать. Я обещала молчать. Но вы же знаете, что Арсений Петрович мне не безразличен. Я должна знать, что с ним случилось. Может, я могу ему чем-то помочь? Я думаю, что Арсений Петрович пьет на рабочем месте. Пьет? Я в это не верю. Я тоже не верила до вчерашнего дня. А потом он допустил врачебную ошибку. Пациентка пожаловалась, что в тот день он был под градусом. Значит, он из-за этого увольняется? Ну, видимо, он не находит в себе сил справиться с этим. Вот и решил уйти. Мне очень жаль. Вы извините, мне нужно идти, у меня операция. Люда, боюсь, у меня плохие новости. В крови Нины Климовой высокий уровень онкомаркеров. Белки, которые вырабатываются нормальными тканями в ответ на инвазию раковых клеток. Да. Представляю, что будет, если об этом узнают наши недоброжелатели. Угу. Они заявят, что проблема вызвана методикой генной модификации, которую разработал Роман Алексеевич. Нужно ему об этом рассказать. Угу. Ребят, ну что, анализы моей пациентки готовы? Токсины в крови не обнаружены, но у девушки тяжелая форма аллергии, вызванная каким-то растительным антигеном. Его концентрация в крови зашкаливает. Амфилактическая реакция, вызвавшая отек Винки. Спасибо. Роман Алексеевич, у нас есть информация по анализам Нины Юрьевны Климовой. Нужно обсудить. Давайте анализами Нины Климовой займемся позже. У меня тяжелая пациентка. Вам нужно определить антиген, который вызвал аллергию, а мне назначить лечение. Угу. Ладно, еще раз все перепроверю. Может, окажется, что это не специфическая реакция, и мы зря разводим панику. С помощью гистероскопа видно, что состояние полости матки гораздо хуже, чем я предполагала. Очень массивные спайки. Приступаем к их разделению. Будем их коагулировать. Состояние Алины не изменилось. Ни лучше, ни хуже. А диагноз? Пока ничего. Доктор как раз пошел за результатами анализа, а я вышел за кофе. Это же Настя! Теперь вы мне верите? Ты можешь мне сказать, что ты делаешь в реанимации возле моей жены? Я зашла ее просто проведать. Я не знала, что ей так плохо. Надеюсь, она поправится. Надеешься? После того, как ты ее отравила? Отравила? Ну ты с ума сошел! Это ты с ума сошла, раз из-за мести решила убить бывшую подругу. Иван Иванович, почему вы молчите? Неужели вы тоже считаете, что я могла причинить вред Алине? Да вот я уже не знаю, что и думать. Я не понял, кто вас сюда пустил, что за собрание в реанимации? Выстроимся на выход. Доктор, вы выяснили, что с Алиной? Да, если вы хотите, чтобы мы ей помогли, немедленно на выход. Пойдем.
Ну отпусти меня! Еще чего? Я даже уверен, что яд, которым ты отравила Алину, находится у тебя в кармане. Иван Иванович, вызывайте полицию. Я думаю, сначала дождемся врача. Вы что еще, сомневаетесь? Пусть тогда Настя скажет, что она делает в клинике для беременных. Она же бесплодна. Это правда? Вас это не касается. Хорошо. Я вызываю полицию. Да. Арсений Петрович, нам нужно поговорить. Я знаю про вашу болезнь и хочу вам помочь. Вы ошибаетесь? Я совершенно здоров. Вам кажется. И не нужно мне стесняться. Алкоголизм – это болезнь, ее можно вылечить. Да вы что? Вы что, сговорились все? Я не пью, если даже вы мне не верите, мне вообще нечего делать в этой клинике. Арсений Петрович, не нужно так волноваться. Если хотите, я вам принесу успокоительное. Спасибо, спасибо, у меня есть. Коньяк? Вы называете это успокоительным? Это настойка на травах. Мне ее приятель подарил, говорил, нервы успокаивать. Я вообще ее использовал для дезинфекции, пока не начались вот эти вот нервные события. Арсений Петрович, а вы вчера это принимали? Ну да, из-за конфликта с этой пациенткой. А когда вы с этой пациенткой первый раз поругались, вы тоже пили эту настойку? Кажется, да, еще до ее прихода. Арсений Петрович, я у вас эту чудо-настойку заберу на время. Вот вы где. А я вас обыскался. Полицию ждем. Хотим им передать отравительницу. Понятно. Ну что ж, теперь можно сказать точно, что вашу жену отравили. И сделал это тот, кто принес ей вот это. Это и вызвало аллергическую реакцию. Кто это принес? Я. Алина любит очень всякие тропические фрукты и ела их всю беременность. Никогда никакой аллергии не было. Ну, может быть, карамелу она еще не ела? И потом анафилактическую реакцию мог вызвать не сам фрукт, а те вещества, которыми он обработан, чтобы дольше храниться. Так что на будущее, если вдруг хотите порадовать или удивить жену, поинтересуйтесь, безвредно ли это. Я могу идти? Конечно, Настя. Извини, пожалуйста. Скажи, что же ты все-таки делала в клинике? Исправляла ошибку, которую сделала когда-то из-за тебя. Примерно через месяц я жду вас на осмотре. Я надеюсь, что ваша мечта о еще одном ребенке осуществится. Ура! У меня будет братик! А у меня сестричка! Спасибо вам за то, что помогли разобраться в этой неприятной ситуации. Прости меня за мою идиотскую ревность. Сам не знаю, что на меня нашло. Я на тебя не сержусь. Ты же поверил заключению врача. Я подумать не мог, что в частной клинике могут так грубо ошибаться. А этого УЗИста нужно в шею гнать. Вы не правы. Арсений Петрович прекрасный специалист. А во всем виновата вот эта настойка. Арсений Петрович ее пил, чтобы нервы успокоить. Я проверила ее свойства и выяснила, что она очень снижает внимательность. Да, именно этот запах я вчера от него и слышала. Да, Танюш, заходи. Танюш, я вот написал заявление на имя Романа Алексеевича об увольнении. Так что пусть пациентка не переживает. Вообще-то я пришла извиниться. Но вы тоже хороши. Ну как можно бездумно принимать незнакомые настойки? Вот это может свалить с ног даже быка, если неправильно рассчитать дозировку. Валентина Ивановна во всем разобралась. А я вчера свидание отменил, которое сам назначил. А вы попробуйте подойти к ней с букетом цветов.
Не могу насмотреться на внучку. Но нужно заниматься делами. На ферме за эти дни, наверное, полный завал. Извини, дочка, но нам с Костей нужно на работу. Иван Иванович, я обещал уволиться. И я хочу сдержать свое слово. Я виноват в том, что случилось с Алиной. Вы теперь, наверное, меня совсем возненавидите. Ну что за глупости? Ну, ты же не знал, что эти карамболы дадут такую аллергию. И я видел, как ты переживал. Для меня главное, что ты любишь мою дочь и мою внучку. А работать я тебя научу, не сомневайся. Поехали в офис. Год не виделись. У меня все хорошо. Я выхожу замуж. А месяцев через 8, надеюсь, тоже обниму своего малыша. Настя, ну ты же... Бесплатно? Да, была. Но я обратилась в эту клинику, сделала ЭКО. Сегодня доктор Сидельников сказал, что эмбрион прижился. Я уже месяц как беременна. Я поздравляю тебя. Я очень рада. И прости меня за то, что я тогда так поступила. Все, что делается, к лучшему. После разрыва с Костей я встретила того, кого люблю по-настоящему. Если согласишься, я бы хотела, чтобы ты стала крестной нашей дочки. Слышала, возобновили финансирование, а я знаю, как для вас важен этот проект. Да, Вер, ты права, это действительно огромная часть моей жизни, это для меня очень важно. И мы можем быть снова на «ты». Так, может, ты разрешишь мне вернуться в твою команду, чтобы все было опять по-прежнему? Насколько я знаю, у Евгения Борисовича в ближайших планах открытие новой лаборатории, так что я думаю, ты не будешь у него скучать. Скажи честно, ты не хочешь меня видеть рядом с собой? Если честно, Вера, мне кажется, что в последнее время мы как-то бегаем по кругу. И непонятно, кто за кем. Может быть, нам сделать паузу в наших отношениях? И понять, что мы значим друг для друга. Мне все ясно. Спасибо за откровенность, Роман Алексеевич. До свидания.